Всем доброго утра! Я рада, что вы заглянули в мое новое видео, в котором я покажу вам свое меню на день на 1200 калорий. Калорийность я, как всегда, распишу в описании под видео. Ну а сейчас предлагаю приготовить кофе, и если вы также любите кофе, как и я, то ставьте лайк этому видео. Ну а мы начинаем! Итак, на завтрак у меня была овсяная каша. Обычно я замачиваю овсяные хлопья на ночь в воде, а утром добавляю немного молока и грею в микроволновке. Также я добавила сухофрукты, курагу и клюкву, которую я тоже замочила на ночь. Ну и, конечно, я утром еще пью кофе с молоком. На обед у меня тушеная индейка с овощами. У меня это капуста, морковка, зеленый горошек, лук и чеснок. На гарнир рис и, конечно же, салат. Я очень пожалела, что не сняла видео тушеной индейки, потому что получилось очень вкусно. Может, в другой раз запишу вам видео с этим рецептом. На перекус у меня 2 рисовых хлебца с сыром и финики. Также у меня был чай без сахара, я пью чай и кофе без сахара. Ну а на ужин у меня лосось, я запекала его в духовке. Рецепт, как я это делаю, вы сможете найти у меня на канале. И салатик. Вот такой был мой рацион. Всем отличного настроения и до скорых встреч!